Так, специалисты, я вчера заехал, купил вот такую штуку вечерком, прочитал все, ознакомился, сбросил ошибки, все заработало, прием. Надолго ли? Нет, посмотрим. Так, скайплайнер готов, хочу выехать проверить ворота. Я на липучке, но вроде бы вот-вот скоро можно будет уже на шипах выскакивать. Короче, поехали. Посмотрим, что с трассой вообще, как у нее состояние, покрытие. Вообще все пироги. О, гололед, гололед. Просто рай имеется, клюнуть куда есть. Короче, по красоте. А, тут еще не это самое, не засохло оно. Перекусил, иду к брату Буяту. Он даже открывался с кнопочки. Да, открывался. Сейчас гляну, сколько стоит Мишлен. Мишлен. И слезы на глаза навернулись, потому что... Оба. Потому что 15-й стоит 4800, а я хочу 17-й, а он стоит 8800. Ребята, что делать? Кстати, серийка по воротам бурятским уже почти готова. Мне только нужно найти, чем померить углы, померить это, допинать в серийку. Вот, а я меняю рычаги. Зеленые вместо черных ставлю. Рычаги поставил. Есть ощущение, судя по стенду, что чуть-чуть сейчас они смотрят внутрь колеса. Будем крутить белые рычаги, чтобы подправить то, что сделали зеленые. Короче, работа кипит. Итого, на стенде у нас проверки все прошли, все нормально, все пучком. Владимир Владимирович засоряет экологию, а я пойду бумера заведу. Бумерангом того. Заказал, короче, на завтра колеса. 16-й, 17-й. Вот. Может быть, буду покупать, а может быть, не буду покупать. Посмотрим. Закатим БМВшечку сейчас в бокс, пускай пооттает. Поставим то, что нужно поставить. Снизу там одну шпоночку. И будем на шипы уже переобувать. Сейчас на ней стоит просто липучечка.